Всем привет! Мой прогноз на матч Милан-Ювентус. И я не буду долго здесь разглагольствовать. Моя ставка здесь достаточно простая и обоснованная. Это чистая победа Ювентуса в гостях за 1.97. Коэффициент на это событие я считаю хорошим. И несколько причин, почему Ювентус в этой встрече победит. Во-первых, в личных встречах последних 12 матчах 11 матчей побеждал Ювентус, и только в одном матче победил Милан. Это о многом говорит. Второе. Ювентус в текущем туре чемпионата предоставлял отдых многим футболистам. Милан же, в свою очередь, играл практически основным составом. То есть сейчас, возможно, тренера Милана уволят в случае плохих результатов, поэтому Милану приходится играть на максимум. И до этого, до этой победы над Киеву, у команды было ряд неудачных встреч. Поэтому я считаю, что чисто физически будет готов в этом матче лучше Ювентус. Третий аргумент: не сыграет Бонуччи, который получил красную карточку и пропустит матч с Ювентусом. И от этого, конечно, защита Милана пострадает. Такое нападение, как Ювентус, естественно, этим обязательно воспользуется. Ну и четвертое – это матчи Милана против серьезных команд в этом чемпионате. Милан проиграл Лацио 4-1, проиграл Сампдори в гостях 2-0. И у себя дома уступил Роме 0-2. И в дерби с Интером тоже им проиграл со счетом 2-3. Это о многом говорит. Ювентус сильнее всех этих перечисленных команд. Пускай тоже у него там были осечки с тем же Лацио. Тем не менее, в этой игре, учитывая то, что Ювентусу нужно догонять в серии А, Ювентус будет мотивирован, Ювентус победит 1.97. Я считаю, хороший коэффициент на это событие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и переходите к просмотру моих следующих, предыдущих видео, потому что на субботу я записал много видеопрогнозов. Также заходите в мою группу ВКонтакте, чтобы забрать дополнительные прогнозы, которые не появляются тут. И подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что там я выложу тоже обязательный видеопрогноз, которого нигде не появится. Всем успехов и увидимся!